2022 год подходит к концу. Он был непростым. И в этом видео я хотел бы вспомнить и рассказать вам обо всех главных событиях уходящего года, связанных со мной и моим каналом. Поехали! Первое достаточно значимое событие случилось в феврале. Когда я создавал свои предыдущие каналы на YouTube, я хотел стать супер популярным блогером, зарабатывать миллионы и набирать миллиарды просмотров. Но что в итоге выходило, вы сами видите. А создавая канал JustCoop, я как раз таки не рассчитывал на большую аудиторию и просмотры. Просто для себя, так сказать. Однако именно на этом канале у меня пошел реальный рост. Росло все. Количество подписчиков, просмотры, качество видео и так далее. И вот, 16 февраля я достигаю невероятной для меня отметки в 100 подписчиков. В честь этого я выпустил очень неоднозначное видео. Это был кавер на трек XO. Вернее, на его кавер, который использовался в одноименном уровне от Крымала. То есть, по сути, кавер на кавер. Гениально! И в том видео я сказал, что к концу этого года мы наберем хотя бы 300. Получилось ли? Ну, почти. На данный момент на канал подписано 276 человек, чему я тоже очень доволен. Итак, с этим закончили, двигаемся дальше. Все время, что я играл в ГД, я был мобильным слэйером и пытался битать демоны на телефоне. И в какой-то момент я решил больше приобщиться к культуре мобильных слэйеров, в частности, из РК. Я выбрал вступить на сервер, носящий название Russian Mobile Squad. Правда, не сразу я смог это сделать. Ссылки на РМС, в дальнейшем я буду называть его именно так, тогда в открытом доступе не было. Нужно было просить лично. Мне сказали просить у некоего Дины. Я не очень понял в тот момент, что за Дина. Какой-то динозавр или кто, я не знаю. Но я просто принял это и просто забил. Правда, вскоре я сам нашел этого Дину. Наткнувшись на канал некоего Legend Dynamics, я увидел в описании одного из его видео позиция в топе РМС. И там же был его Дискорд. Вот кому я могу написать, подумал я, и в тот же день оказался на РМС. С этого дня началось мое тотальное приобщение к сообществу мобильных демон-слейеров. Я лично познакомился со многими уже известными мне слейерами, такими как Spryzen, Exolighter или Mindfort. А также с другими, доселе неизвестными мне игроками, которые не уступали, а то и превосходили вышеперечисленных по скиллу. Мрмистик, Макстер, ББ Гейм Гуру, Геомикс, Инсейн Парниша, Терракоптер и многие-многие другие. А вскоре появились уже, наверное, легендарные РМ Ньюс, которые, правда, продержались всего 6 выпусков, но не суть. Я начал довольно часто активить на этом сервере, и это дало свои плоды. На данный момент я являюсь администратором этого сервера и одним из тех, кто управляет русским мобильным листом. И надеюсь, я все-таки смог заслужить некое уважение в комьюнити РМС. Долгое время моим основным телефоном являлся Samsung Galaxy A10, который был... Ну как вам сказать? Короче, играть на нем в ГД было синонимом бега босиком по раскаленным камням. Я очень хотел себе новый телефон. И где-то к апрелю я просмотрел довольно хороший вариант. Poco X3 Pro. Довольно мощный телефон, так еще и со 120 Гц экраном. По сравнению с моим прошлым девайсом, небо и земля. 12 мая я заканчиваю бегать по раскаленным камням и начинаю бежать по приятной мягкой траве. В этот день я получил свой долгожданный новый телефон. За что огромнейшее спасибо моему дяде, к которому мы тогда приехали. И с этого момента я почувствовал реальный кайф от игры в ГД. То есть мне и до этого нравилось это занятие, но теперь... У меня хотя бы не лагал каждый встречный уровень. Получив новый телефон, я стал на шаг ближе к достижению еще одной моей цели – прохождению нового Хардеста. Я начал пытаться пройти свой новый сложнейший демон сразу после того, как битнул Nine Circles. Все мои попытки были неудачными. Последней такой стала попытка пройти Firewall, на которую у меня ушло около 10 тысяч попыток, а моим рекордом стали лишь 74%. И вот, в середине июня я начинаю прохождение Insane Демона Deep Swim. Этот уровень сразу показался мне довольно фановым. Правда, вскоре я понял, что балансом он явно не блещет. Ведь 0-33 сложнее, чем 33-100. Собственно, моим первым прогрессом на канале и стали эти самые 33-100,
который я поставил всего за 1500 попыток. Затем я поставил еще несколько прогрессов со стартпоза, лучшим из которых стал прогресс 20-100 два раза. Затем я пошел играть с нуля. Довольно быстро я поставил 53%, затем еще раз 53%, а после я флюкаю сразу до 77%, очень тупо умерев на баге. По-хорошему, надо было флюкать сразу до 100, но слоу-баги сказали мне... Следующим и последним рекордом стали 78%. И опять смерть на баге. Тем не менее, меня это не сломило. И уже на следующий день, 22 июня, спустя 7000 попыток и несколько обидных сливов, я прошел свой новый хардест. Я прошел! Данный демон мне очень понравился, кроме вейва на 16% и пролета на корабле на 32%. Этот уровень и по сей день остается моим хардестом. 17 сентября. Этот день для меня станет наравне с 22 июня. Именно в этот день Найсер отправил мне ссылку на один незнакомый мне Discord сервер, на котором на тот момент было всего-то 5 человек. Это был сервер Mercury Squad. Я зашел на этот сервер в тот же день, когда Найсер кинул ссылку. И тогда же мы начали делать наш первый совместный проект. Вы скорее всего видели этот ролик. Разоблачение HRR Demon Листа, в котором поучаствовал и я. Так Mercury Squad начал свою деятельность. Команда стала расширяться, приходили новые лица, уходили всякие фрики, Нейлор привет. И создавались новые видео, как сольные, так и коллабы с участием почти всех членов команды. Каким-то суперактивом команда в эти 4 месяца особо не отличилась. Но на 2023 у нас огромные планы, которые мы все постараемся реализовать. С сентября по декабрь у меня начался период жесточайшего инактива в контент-мейкерстве. За весь этот период я лишь поучаствовал в двух коллабах Mercury и попытался создать 2 или 3 своих видео, но все они по итогу так и не вышли. Даже долго задерживаться на этой теме не буду, просто скажу, что этот период наконец-то закончился. Таким получился мой 2022 год в ГДК. Я апнулся во всем. В популярности, узнаваемости, скилле, в качестве видео, даже мои девайсы стали лучше. Надеюсь, что 2023 получится даже лучше, чем 2022. Мои планы на грядущий год, именно в ГДК. Первое. Набрать 1000 подписчиков и стать более продуктивным контент-мейкером. Второе. Пройти свой первый экстрим демон. Третье. Попасть в мировой мобильный топ. И четвертое. Помочь Mercury Squad подняться на РК Ютубе. Всем спасибо, что вы были со мной в ушедшем году. Надеюсь, мы будем вместе и в 2023. И надеюсь, я не буду выпускать контент-видео раз в 4 месяца. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и поздравляю всех с Новым годом!